произведение самого сложного для исполнения композитора Иоганна Себастьяна Баха. Не всем под силу исполнение его пьес, фуг и прелюдий. Да и в целом с такой программой сольного концерта 11-летней Арины Антонасян выступают только взрослые музыканты. А все началось с того, что мама в 5 лет привела девочку на фортепианное отделение. Она была принята в 2008 году на фортепианное отделение, в первый класс. Пришла маленькая, худенькая девочка, и никто не ожидал, что в этой маленькой-маленькой девочке кроется такой огромный талантище. Программу музыкальной школы Арина осваивает с опережением. Каждый год она участвует в различных международных конкурсах, российских и краевых. Но первое выступление навсегда останется в памяти. В самом раннем детстве, где-то в возрасте 6 лет, когда я получила первое место в Санкт-Петербурге. Это самое такое классное. Было очень страшно выступать, потому что это почти первый раз мы был. И из 150 человек быть самым первым – это здорово. В будущем Арина Антонасян мечтает стать известным исполнителем.